Он любит уединенный отдых и, чтобы никто не беспокоил, обычно прикидывается затонувшим бревном, пока поблизости не появится что-то съедобное. Герой онлайн-рубрики самарского зоопарка, пока все дома, краснохвостый сом за добычей мчится молниеносно и проявляет завидную ловкость. Только увидев добычу, он летит к ней с открытой пастью, которая занимает у него чуть ли не треть головы. В природе этот вид рыб вырастает до 2 метров в длину. В самарском зоопарке сом поменьше, вырос пока только на метр. Живет он в 1,5-тонном аквариуме. Жилище обустроено по его сомьему вкусу, в стиле минимализм. Специалисты рассказывают, излишний декор самам не по нраву. Для самок, пустоголовых, декор лучше никакой не использовать, иначе это будет сон посудной лавки. Пожалуй, самая удивительная особенность этой рыбы в том, что она может говорить. В случае опасности, чтобы напугать хищника, сом начинает на него громко кричать. Поэтому-то коренные жители Амазонии и называют краснохвостых сомов кричащей рыбой. Он издает звуки за счет воды и воздуха, который пропускается через надежные тени. И звук напоминает ревущего слона. Раздается на 100-200 метров. Правда, в самарском зоопарке сама никто не пугает, поэтому кричать ему здесь ни на кого не приходится. Лариса Шлафаст, «События».